Доброе утро. Доброе утро. Вооружите нас. На часах без 10:08. Первая смена и первым делом проверка на трезвость. Если алкотестер покажет малейшее отклонение от нормы, увольнение без всяких разговоров. Показания равны нулю. По карточке заместителю нам выдается пистолет. 130. Необходимо пересчитать и проверить каждый патрон, нет ли коррозии. Все строго и под роспись. К правилам, говорит участковый, за 7 лет работы привык, как и к тому, что постоянно нужно быть наготове. Не успел получить оружие, и тут же первый вызов. В доме на Фроликова соседи жалуются на шум. Сначала мы сейчас заедем на опорный пункт милиции. Возьмем радиостанцию, которая находится у нас на зарядном устройстве. Возьмем необходимые бланки. На всякий случай. Квартира с репутацией притон. Таких квартир на участке немного. Примерно по одному притону на 16 домов. Но внимание к этим местам повышенное. Там могут употреблять спиртное, скрывать уголовников или делить украденное. Сейчас попытаемся туда попасть. Отчиняй. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Пожалуйста. Нарушаем технику безопасности, курим в постели. Какой постели? Не в постель. Нет. Мы уезжаем. Куда вы, Юля, уезжаете? Оказалось, не уезжают, а уходят. И вообще, говорят, встали на путь исправления. На вопросы участкового отвечали быстро и вежливо. Нужно поспешить в пункт приема стеклотары, который вот-вот откроется. Сами видите, антисанитария. Вот, плюс, скажем, различного рода инфекции можно подхватить. Ну и плюс пожарная безопасность. Ну, тут задолженности нету, Витя, по квартире? Нет. Сестра оплачивает, да? Да. Участок, по словам Сергея, не подарок. Один из самых опасных в Минске. Приходится быть и юристом, и психологом, и актером. До протоколов дело доводит редко. Всегда старается уладить конфликт, просто побеседовав. Ссора в семье, пропал телефон, сломался автомобиль. Обратиться могут по разным вопросам. Всегда к нему позвонят. 24 часа в сутки к нему люди обращаются, если что-то случилось. Он всегда поднимает трубку, всегда объяснит, всегда поможет. Никогда нету такого, чтобы он что-то проигнорировал. Сергей Герман. Человек не только слово, но и дело, говорят коллеги. В послужном списке более 70 раскрытых преступлений по линии уголовного розыска. Не раз хотели повысить за заслуги, но инспектор прикипел к своему участку. К нему многие обращаются за советами, в том числе, как и я обращаюсь периодически к нему за советом. Помогает он в разрешении сложных материалов, никогда не бросает в беде. После работы сразу домой. Все свободное время семье. Нужно еще помочь по дому жене, поиграть с детьми и на всякий случай телефон под рукой. Мало ли что случится. Андрей Александров, Дмитрий Буй. Наши новости ОНТ.